Я просто не знаю. Нет, по-моему, только на пачках. Точно? Да. Да, то, что блок распроталось, там только этот... Ну, пачки, понятно, с акцизом, а на сам блок? А есть блок разный, есть может быть, может, вполне возможно. Товарищи корреспондент, господа, извините, у меня есть такое предложение, чтобы вы не лазили к нам через забор, идемте, я вас всех проведу по причалу, покажу места, которые пострадали, вы заснимете, повернетесь и уйдете. Хорошая идея, Юрий Анатольевич. Вот это же есть причал. Пойдем. Вот это он есть. И дальше тоже. Это еще ягодки, цветочки с той стороны. А там эти суда поломанные так и до сих пор, или их вы вытаскивали? Судов поломанных мы вытаскивали. Лодки. Мы под этим. Поломанные пирсы. Это вы не видите поломанные. Поломанные с той стороны. Ее там било полчаса. Пойдемте. Вы все снимете, придете сюда. Здесь, я думаю, нового ничего. Просто мне дальше нужно хорошо, тут заниматься судебными делами по поводу этой баржи, если получится. Всех собери, идемте. Посмотрите своих клиентов. Ребята, вам не надо? Девушка, мне не надо. На причалы приступали, да?